Сегодня в Сочи стартует юбилейный 25-й форум современной журналистики «Вся Россия-2021». Среди участников – журналисты из всех регионов России и зарубежья, всего около 800 человек. Северную Осетию представляет большая делегация. На месте работает наша съемочная группа. На связи с Зимнего театра Хетак Плиев. Хетак, чем удивляют журналистов, организаторы форума? Добрый день, Алина. Да, прямо сейчас за этой дверью с минуты на минуту начнется официальное открытие форума современной журналистики 2021. Но я сейчас расскажу, что было в течение двух дней. На самом деле организаторы очень постарались удивить журналистов. Вчера, например, в гости приехал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Журналисты смогли пообщаться с министром и задавать свои вопросы. Но что интересно, наша делегация смогла аж три раза задать свои вопросы. Сегодня уже в гости к журналистам приехал еще один дипломат, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она принимала участие в круглом столе. Сейчас идут последние приготовления на форуме. Все регионы готовят свои стенды. И уже с завтрашнего дня начнутся презентации. Но хочу сказать, что на самом деле Северная Осетия удивляет журналистов из других регионов, потому что у нас очень такая красивый стенд, и будут пироги, и все хотят и ждут 14 числа, когда и будет презентация нашего региона. А большой репортаж я подготовлю уже завтра и расскажу более детально и подробно, что было, как было. На этом у меня все, Алина.